Сергей Губанов, российский актер, прославившийся не только на родине, но и за рубежом, артист преимущественно криминального амплуа пробовал силы и в жанре комедии. Карьера в кино – не единственное дело, которым увлечен Губанов. Он обнаружил у себя талант парфюмера и применил его в жизни, создав успешную торговую марку. С будущей женой Ларисой актер познакомился еще в молодости. Избранница снимала комнату у бабушки Сергея, где влюбленная пара и жила впоследствии некоторое время. В 1996 молодые люди узаконили отношения. У пар родилась дочка Карина, а спустя 5 лет появилась на свет и вторая девочка Ангелина. Но Сергей все время участвовал в съемках. Через 10 лет брака актер решил, что отношения на расстоянии тяготят пару, и предложил развод. В то время Губанов как раз был на съемках за рубежом в картине «Подарок». Несмотря на обстоятельства, с бывшей женой Сергей остался в хороших отношениях. Приезжая в Москву, артист старался посвящать все свободное время детям. Пытался построить личную жизнь на стороне. Но в 2012-м Губанов пришел к мысли, что существование без семьи и супруги не имеет смысла. Актер сделал второй раз предложение Ларисе, и та ответила согласием. В 2013-м Сергей и Лариса стали родителями. В третий раз дочка Екатерина родилась с врожденным дефектом. У девочки неразвитый палец на одной руке. Но родители не отчаиваются и делают все возможное, изучая новые медицинские технологии. Знаменитость подумывает об операции для дочери. Губанов уверен, что протезирование поможет Кате в дальнейшем вести полноценную жизнь. Впрочем, будни малышки и сейчас насыщены. Кате очень нравятся головоломки. Также она обожает танцевать и петь. Старшие дочери не перестают радовать успехами. Карина выбрала дорогу по следам папы, поступив в театральный институт. Сегодня она играет в театре, снимается в кино и преподает в театральной студии. Средняя дочь строит спортивную карьеру. Ангелина становилась чемпионом России по гребле на каноэ. Несмотря на теплые отношения внутри семьи, в 2017-м Губанов во второй раз оформили развод. После расставания артист переехал за город. Супруга с дочерьми осталась жить в московской квартире. В интервью актер отметил, что сейчас использует время прежде всего для реализации творческих проектов, а о новых отношениях не задумывается. Однако в прессе регулярно появляется информация о том, что Сергей находится в романтической связи с коллегой по съемочной площадке Анастасией Веденской, бывшей супругой Владимира Епифанцева. Отдельные СМИ даже называют блондинку гражданской женой Губанова. В программе «Судьба человека» Сергей уверял Бориса Корчевникова, что с Веденской они только близкие друзья. До этого Анастасия в Инстаграме опровергала информацию о романе. Но поклонники предпочитают верить в пылкие чувства любимых героев. Сейчас востребованного актера Сергея Губанова каждый год приглашают новые фильмы. А вам нравится этот артист? Пишите свои мысли в комментариях.